До 2030 года на поддержку пригородного сообщения из федерального бюджета будут выделять по 25 миллиардов рублей ежегодно. Такое поручение дано российским правительством Минфину. При этом регионы тоже должны будут вкладывать деньги в развитие пригородного сообщения. В этом случае ценовое регулирование пассажирских перевозок электричками станет неубыточным и позволит перевозчикам обновлять парк. Рязанская область – единственный регион в ЦФО, где пока сохранены все пригородные маршруты электропоездов и льготы на проезд. Рассчитывать на меры социальной поддержки могут школьники, студенты, ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане, а также те, кто в свое время пострадал от политических репрессий. Сегодня скидка для этой категории населения 50% от действующего тарифа. Кроме того, право льготного проезда предусмотрено для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов. Предполагается, что льготами в этом году воспользуются почти 200 тысяч пассажиров. Две категории, мы говорим, льготников. Школьники, студенты – это 18 миллионов у нас в областном бюджете предусмотрено. Для перевозки другой категории льготников, ну, их большое количество, около 6 миллионов. В совокупности 24 миллиона областной бюджет компенсирует потери железной дороги по перевозке льготной категории пассажиров.